Вести Карачаево-Черкесия. В студии Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях республики. Еще на 2 года в регионе продлена ведомственная целевая программа развития садоводства. В рамках года педагога и наставника в Карачаево-Черкесии будет создан клуб «Наставник 09». Герои Простоквашино научат подрастающее поколение республики бороться с финансовыми мошенниками. И в эти дни в Черкесске проходит чемпионат и первенство Южного и Северокавказского федеральных округов по тайскому боксу. Далее подробности. В Общественной палате республики состоялось первое заседание комитета «Семей воинов Отечества». В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Марат Хубиев, председатель Общественной палаты Елена Ляшова, представители профильных министерств и ведомств, руководитель отделения Общероссийского общественного движения «Комитет семей воинов Отечества» Аида Анушка и другие. Марат Хубиев поблагодарил членов отделения за сыновей, мужей, отцов и братьев, за каждого бойца, который находится в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции. Он напомнил, что в регионе действует перечень мер поддержки для семей военнослужащих из Карачаево-Черкесии, участников специальной военной операции. Эти меры охватывают как членов семей мобилизованных, так и семьи военнослужащих Вооруженных сил России, выполняющих задачи с начала спецоперации. Марат Хубиев сообщил, что 10 февраля во всех районах республики пройдут благотворительные концерты, цель которых – сбор средств для покупки инвентаря, который поможет повысить эффективность выполнения задач СВО. Вместе с тем участники мероприятия отметили необходимость эффективного взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций по поддержке бойцов и их семей. В Карачаево-Черкесии будет создан клуб «Наставник 09» в рамках года педагога и наставника, в который войдут представители всех городов и районов республики. Он создается с целью поддержки педагогов, в том числе молодых педагогов школы, инициирования их профессиональной деятельности через взаимодействие с более опытными коллегами, повышение престижа учительской профессии и содействие профессиональному общению. В рамках работы клуба будет организована методическая поддержка педагогов, запланировано проведение семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов и форумов учительского мастерства. Кроме того, у членов клуба появится возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения. В рамках проводимой работы будут также созданы условия для расширения знаний, умений и компетенций, полученных педагогическими работниками в процессе профессионального образования. Предусмотрено сопровождение и поощрение работников системы образования Карачаево-Черкесии, распространение эффективного педагогического опыта и содействие профессиональному общению педагогов региона. Ведомственная целевая программа развития садоводства по закладке мини-садов запущена еще в 2019 году, продлена еще на 2 года. За это время региональный Минсельхоз оказал поддержку 11 сельскохозяйственным, потребительским и перерабатывающим кооперативам, в составе которых 315 личных подворий. В прошлом году программа по закладке мини-садов интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств реализована в 3 районах республики – в Джигутинском, Адыгейхабрском и Карачаевском. А в текущем году поддержка на финансовое обеспечение будет оказана 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам, которые будут определены по результатам конкурсного отбора. Специалисты филиала «Карачаево-Черкесэнерго» на 3 подстанциях республики заменили устаревшие устройства релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные терминалы. Все установленное оборудование отечественного производства. Новые высокоавтоматизированные устройства позволяют более оперативно передавать информацию о состоянии оборудования подстанции на удаленные диспетчерские пункты через специальные каналы связи. Это, в свою очередь, помогает за минимальное время определять поврежденные участки энергосистемы, предотвратить развитие нештатных ситуаций и повреждения другого оборудования питающих центров. В частности, оснащены подстанции Усть-Джигута, Горная и Красный Восток. Проведенные работы позволили повысить надежность энергоснабжения около 35 тысяч жителей Усть-Джигутинского, Малокарачаевского и Карачаевского муниципальных образований, которые получают электроэнергию от этих центров питания.
Малый и средний бизнес теперь сможет получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также о профилактических визитах контролирующих органов. Все предупреждения о федеральных и региональных проверках, в том числе в части соблюдения санитарных и противопожарных требований трудового законодательства после согласия предпринимателя, будут поступать в личный кабинет портала госуслуг и на цифровую платформу msp.rf. В случае профилактических визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав на соответствующую кнопку. Подключить новую услугу можно в личном кабинете на MSP-РФ, где появился раздел «Уведомления от органов государственной власти». Для активации необходимо предоставить соответствующее согласие на госуслугах. Данную процедуру нужно пройти всего один раз и инициировать ее в личном кабинете на MSP-РФ. За последние 3 года школы искусств Черкесска получили порядка 40 новых музыкальных инструментов. В их числе малый концертный рояль, кларнеты, фортепиано, ксилофон, ударная установка, флейты, аккордеон, тромбоны, кавказские гармоники и саксофоны. Например, 7 инструментов и набор духовых инструментов в прошлом году по нацпроекту «Культура» приобрела школа искусств №1 Черкесска, где занимаются более 700 детей. Прокуратура Черкесска провела проверку по обращениям жителей города, относящихся к лицам из числа детей и сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении их жилищных прав. Об итогах и выявленных нарушениях законодательства Елена Дармограева, старший помощник прокурора Карачая-Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью. В ходе проверки было установлено, что заявители в несовершеннолетнем возрасте остались без родительского попечения и состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако по достижении 18 лет жилье им предоставлено не было. В целях восстановления нарушенных прав граждан прокурор направил в суд иски о возложении на региональные органы власти обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения. Заявления прокурора судом были рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры. В регионе продолжает работу федеральная система безопасности и контроля автотранспорта «Паутина», которая позволяет выявить из транспортного потока нарушителей. Она объединила в себе все преимущества всех предыдущих систем фиксации дорожных правонарушений, рассказывает начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Карачаю-Черкесии Руслан Бастанов. Данная система внедрена МВД России для оперативного реагирования сотрудников МВД при выявлении разного рода нарушителей, которые нарушают правила дорожного движения, также совершают какие-то противоправные либо преступные деяния. Данная программа объединила в одно виртуальное пространство все комплексы фото-видеофиксации, установленные на территории Российской Федерации. В Федеральной службе судебных приставов в России работает голосовой бот с технологией искусственного интеллекта для дистанционного обслуживания граждан. Полина – это имя цифрового помощника, доступна по номеру 8 800 303 400, круглосуточно и готова ответить на любые вопросы, рассказывает заместитель начальника отдела управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаю-Черкесии Лариса Байчорова. Реализация проекта позволит повысить доступность сервиса ФССП России, позволит повысить качество обслуживания граждан, а также увеличить количество консультаций, что будет очень удобно для граждан, не посещая службу судебных приставов и различные структурные подразделения, получить информацию, не выходя из дома. В случае, если ту информацию, которую предоставил, будет недостаточно, любой гражданин может обратиться на единый номер группы телефонного обслуживания. Там его свяжут с конкретно интересующим судебным приставом-исполнителем. В республике прошло итоговое собеседование по русскому языку для 5602 девятиклассников из 170 общеобразовательных организаций Карачая-Черкесии. Оно является одним из условий допуска к сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
Продолжительность итогового собеседования для каждого участника составляла 15-16 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья на 30 минут больше. Участникам необходимо было выполнить 4 задания: чтение текста вслух, подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания, монологическое высказывание и участие в диалоге с экзаменатором. В случае получения неудовлетворительного результата участники вправе его пересдать в текущем учебном году, но не более 2 раз и только в дополнительные сроки 15 марта и 15 мая. Лучший зимний двор России выберут во время всероссийского конкурса партии «Единая Россия». В нем может принять участие каждый по номинациям «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» и «Лучшее зимнее оформление двора». Подать заявку нужно до 28 февраля. До 15 марта жюри рассмотрит заявки и выберет победителей. Совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК «Карачай-Чикесия» предоставляет уникальную возможность жителям республики с полным комфортом обучиться азам финансовой грамотности. Теперь материалы по финансовой грамотности зазвучали голосами журналистов национальных редакций радио, среди которых члены Союза журналистов и Союза писателей России и республики, а также народные поэты. Аудиолекции о грамотном финансовом поведении, способах защиты от мошенников и многом другом теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и ногайском. Весь пакет, в том числе и на русском языке, размещен в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК «Карачай-Черкесия». Герои Простоквашино научат подрастающее поколение Карачая-Черкесии бороться с финансовыми мошенниками. На экраны вышла первая специальная серия мультсериала «Простоквашино», созданная Союзом мультфильмов совместно с Центром финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Минфина России. В новом сезоне «Простоквашино» зрителей ждет 5 специальных серий. Все они будут посвящены финансовой грамотности. Герои научат зрителей основам построения бизнеса, разумному сбережению, а также правилам финансовой безопасности. Напомним, финансовая грамотность стала обязательной частью школьных программ, и уже более 86 тысяч педагогов по всей стране прошли специальную подготовку для того, чтобы обучать детей основам финансовой, налоговой и бюджетной политики. 11 февраля на главной сцене Архыза в туристическом поселке Романтик состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Музыка в горах». Гостей курорта ждет настоящий праздник музыки и спорта. Мероприятие проводит радио «Энерджи Пятигорск». Мы считаем, что Архыз – это лучшее место на Кавказе для таких фестивалей. Нашему сотрудничеству уже 10 лет, и менять место мы не планируем. Сноуборд, лыжи, музыка. Ждем всех гостей курорта в эту субботу. Подарим массу энергии и живых эмоций, рассказал главный редактор радио «Энерджи Пятигорск» Константин Новак. С 9 утра и до вечера туристов ждут эксклюзивные сеты от диджеев, конкурсы и призы от спонсоров проекта. В зимнем сезоне гостям Архыза также доступны традиционные развлечения, тюбинг, развлекательный центр, школа керамики, детские площадки, спа и рестораны при отелях. По-прежнему на курорте работают 8 канатных дорог, 27 километров трасс всех уровней сложности и сопутствующие сервисы, прокат и снаряжение, инструкторская служба, учебный склон, детская школа и ремонт оборудования. Ну и в заключение выпуска новости спорта. В эти дни в Черкесске проходит чемпионат и первенство Южного и Северокавказского федеральных округов по тайскому боксу. В состязаниях принимают участие более 320 спортсменов из 14 субъектов России. Турнир продлится до 13 февраля. В республиканской столице секция тайского бокса функционирует в спортивной школе номер 5. На нынешних соревнованиях город представляет 6 ее воспитанников. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По данным региональных синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, ветер восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха от минус 3 до плюс 2. Утром на дорогах региона местами гололедица. В горах места минус 3-8 и выше 2500 метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без осадков, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1, утром на дорогах гололедица. Thank you.
На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова. Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!